Инвестиционная программа уже третий год у нас также напряженная. В этом году у нас есть такие серьезные объекты, как строительство ПС-35 «Салют», ПС-35 «Гулик» с питающими линиями. Также по инвест-программе мы продолжаем работы по реконструкции раскрытых сетей. В целом у нас реконструкция по городу Зеи и по Зейскому району, по Сковородинскому району в части линии 10-35 в принципе выполнена в большом уже объеме. И в этом году у нас идет реконструкция по распредсетям 0,4 кВт в поселке Магдагачи Магдагачинского района, та же работа в поселке Тыгда Магдагачинского района и замена КТП на КТПН также в Магдагачи и Тындере.